Приветствую вас, дорогие друзья. Давно с вами не встречались. Настал момент показать вам нашу новую идею, которая совершенно случайно пришла мне в голову, сделать из поребриков, себестоимость которого не превышает, наверное, даже больше 2000. Я смотрела подобное крылечко, готовое металлическое, на Озоне. Они стоят в районе от 5, 7 и выше тысяч рублей. Честно говоря, мне жалко было тратить на крыльцо деньги, такие большие. И я решила при помощи моего любимого, который мне все это выпилил, я посчитала эскиз, сделала, вернее, эскиз, сказала, какие детали мне нужны, и Лешик болгаркой мне отпилил нужную часть поребриков. Сейчас я вам покажу, расскажу о размерах, и, может быть, кому-то понравится такая идея, и вы тоже сделаете себе крылечко к вашему дому своими руками очень-очень дешево. Итак, сюда пошло 4 поребрика. Поребрики сегодня Лешик покупал, в доке заказывал, еще нам не привезли, должны привезти. Стоит 200 рублей сейчас. Подорожал стройматериал, причем какой-то очень подорожал, такой как пеноплекс. Ну а поребрик вот на 10 рублей подорожал. Хотя в Кривополяне я уже видела давно их по 200 рублей. Но неважно. Вот считайте, 4 поребрика, а 800 рублей. Еще понадобятся вот такие вот плитки, а размер 30 на 30. Я тоже покупала в доке в тот же год, когда приехала. Плитка лежала, ждала 2 года. По 38 рублей. Сейчас эта плитка стоит 50 рублей. Вот 6 плиточек, считаем, 300 рублей. Итого уже у нас 1100. Ну, понадобится еще плиточный клей, конечно же. Я уже не буду сюда его плюсовать. Я думаю, что если у вас идет стройка, у вас обязательно там немножко клея или цемента на цементно-песочную смесь. Вы это все скрепите. Здесь не хватает еще одной детали, которую я попрошу Лешика, чтобы он мне выпилил, когда я уже вот это все посажу на клей, чтобы снять более точные размеры, чтобы вот здесь вот закрыть. Ну а сейчас сниму эту плитку, вы увидите эту конструкцию, и все у вас обязательно получится. Итак, сейчас я одену перчаточки и сделаю. Так. Вот такая плитка 30 на 30. Почему такой размер плитки? Потому что поребрик 90 сантиметров, метр. То есть мы отпиливали 90 сантиметров. То есть из метра можно сделать 90 сантиметров. Если плитка будет другая, можно, конечно же, подобрать другую плитку. Но, на мой взгляд, вот это идеальная. Вот они, 6 плиточек. Сейчас я приближу. Хотя, в принципе, могу и так рассказать. Итак, вот он, один поребрик 90 сантиметров, потому что 3 плитки по 30, это как раз 90 сантиметров. Два боковых поребрика по 45 сантиметров, но по 45, потому что у меня плитка заходит, вот видите, лежит на фундаменте дома. На цоколе, вернее. Так просто получилось. Ну, а вы там считаете, какой вам вот величины нужна вот эта часть, если у вас по-другому ложится плитка. Если она у вас будет вот так, не будет заходить на фундамент, то, соответственно, вот здесь вот, другая, короче, другой размер вам нужен.
Короче, я вам покажу саму идею, конструкцию, а вы уже сообразите, какие размеры вам нужны. Итак, я рассказываю, что у меня, ну, вот с тем, что мы имеем, с нашим домом, да? 90 сантиметров. Две части по 45 сантиметров. Вот одна боковушка, соответственно, там боковушка. А внутри поребрик 74-75 сантиметров. Это он нужен для того, чтобы плиточка, упор для плитки. Еще один поребрик 90 сантиметров. Ну и здесь потом надо будет посчитать, чтобы вот эти части, ну, так сказать, заложить. Все, больше ничего не надо. Сейчас я разведу плиточный клей и буду эту конструкцию собирать. То есть буду вот эти вот швы смазывать плиточным клеем и собирать дальше. Лёшек идет. Лёшек занимается тоже поребриками. Сейчас я покажу, что площадка здесь уже плиточкой, как вы видите, выложена. Я успела. Сегодня, кстати, у нас был дождь. И до 11 часов мы тупо сидели в доме. Погода портится. Но говорят, что октябрь еще будет теплый. Там в какие-то дни будет 8 градусов, а потом опять продолжится бабье лето. В общем, здесь площадка уже сделана. За исключением вот здесь вот Лёшек подрежет мне вот эти плитки. Вот я их уже приготовила, которые вот к сараю будут прилегать. То, что я не могу, боюсь работать болгаркой. Вот здесь вот тоже нужно будет все это дело подпилить и уложить плитку. И вот здесь, вот с трех сторон мне останется, когда Лёшек вырежет, все это дело выложить, и все, двор у нас полностью будет готов. Ну а сейчас будем заниматься вот этим цоколем. Иду месить плиточный клей. Как-то камера у меня на бок. Но ничего. Ничего. Главное, что вы увидели идею саму. И теперь не составит труда вам это повторить и получить очень качественное крыльцо. We'll be right back.
Я сейчас попробую, если мне не понравится. Здесь-то она схватится, а там просто будет лежать. Конечно, лучше бы везде. Ну, смотри, как хорошо. Зато вода не будет течь в доме. Как ты считаешь? Тут не будет навес. Ну будет навес. Ну зачем тогда? Ну и все равно как удобнее, когда так спили, пожалуйста, да? Может, что подожди. Тебе отпилить? Подожди, может, ничего не надо, ничего не надо. Сейчас, подожди. Что сначала? Может и хватит. Здесь сейчас надо будет. Вот как раз вот здесь оно сейчас и прилепится. Вот смотри, как, кстати, строили. Вот это? Да. Тут будет так, потому что вот там неровно, вот здесь. Да. Поэтому так будет.
А там можно штукатурку. Так. Да, хорошо получилось. Сейчас оно все подсохнет, будет. Вот, а вон, возьми это. А нет, вон, ой, да ладно. Пороха тут. Не было ничего, уже пороха. Ань, подержи мне, чтобы я вот это вот помыла руки сюда. Вот, подожди, сейчас я вот это еще. Ты мне сейчас воду откроешь. Не рукава держи, а ты воду откроешь. Вот она, Лю. А, я думала, ты воду пошла открывать. Ну, может, Ань, ты думаешь, что там закрыто, я не знаю. Так пошла я. Вроде никто не закрывал, так шелела. Провалилась. Ну да. Давай потихонечку, не до конца. Вот так, чуть-чуть, ага. Я хочу руки помыть. Потом занесить. Нет, еще. Все, хватит.
видишь, я цоколь заштукатурила. Да, точно. Я не заметила. Под Рамштайн вчера штукатурила. Мне даже Рамштайн понравился. Под такое настроение, наверное. Да, я прям так это... туда, ну, так, чтобы мы а теперь вот там ведро где-то, вот ведра стоят, налей туда просто чистой воды.
Я вчера даже сайдинг помыла. Такой чистенький стал. Сколько грязи есть? Вот, видишь, как чистый. Да потом оно когда подсохнет, вот это вот края, они сами отпадут. Лучше не трогай, а то сейчас там вот это нарушишь. Чисто отмой, а вот это что вот гордилось. Вот тут как вот это? Как? Представляешь, вот такой порожек металлический, готовый купить на Озоне. 5-7 тысяч. Как металлический. И он так кованый, типа, в этом стиле. Да не кованый, просто вот каркас металлический такой, вот знаешь. Вот у нас там ничего не видно, а там вся грязь будет видна, которая собирает. Вот 5-7 тысяч. Я смотрела на эти ступеньки. Уже даже там, ну, где-то по скидке нашла 5400, вот такое вот. И оно, понимаешь, оно приставное. Непонятно. Но оно не такое по прочности, как вот это, скажем так. Далеко не такое. Металл этот тоже красить надо там. Через время. Ну, как бы следить за этим делом. А тут ничего не надо. Там 5700 не обойдешь. А это сколько стоит? Ну, вот посчитай. Сколько по ребриках у нас? Ой, надо выключить уже час 05. Четыре?